Спасибо за понимание, за то, что нам уделяете. И интенсивность наших контактов, это высоко, совсем недавно была председатель Совета Федерации, который тоже оставил очень довольный интересный вот эти ощущения программы. Совмещая приятные с полезным разговором, вам придется предлагать наше сотрудничество в экономике, в экономике, в гуманитарной сфере, в международных и европейских делах. Очень теплый мужик. Неформальный. Он после того, что сегодня он неформальный. Я никогда не способен сделать что. Hvala. Ajmo.